Всем привет, друзья, с вами Малдры, мы продолжаем играть в Doom Eternal. Что за херня тут у нас происходит? Мы не знаем, как взять, да, здесь у нас тоже какой-то постамент есть, тоже хер знает, как его брать, а это что у нас такое? Туда надо как-то проникнуть. Ну, давайте попытаемся, давайте попробуем. Тут карта, а мы ее не брали еще? Я что-то не помню ни хера. Нет, не брали. Вот, теперь у нас есть карта. Автокарта. Ну-ка глянем. Автокарта. Ну, сейчас мы тут побегаем сами. Посмотрим, что да как. Куда нам тут пойти бы. Эх, ёптымать. Я так полагаю, что эту хрень убивает. Надо. Так, о чем я с этой самой, с гранатометом-то хожу? У меня есть пульки на автомате. Вот. Не хочу рисковать, не хочу пробовать. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вот как мне туда добраться? Давайте подумаем. Тут закрыто, там открыто. Где-то с этой стороны. Опа, есть патроны для дробовика. Прекрасно. 12 штучек. 12 штучек. И что делать? Что делать здесь надо? Хер его знает, на самом деле. Не знаю. У нас получается. Вот это я не зацеплюсь, конечно. Нет, я тут тупо не допрыгну. У нас получается только одно место, куда мы можем пойти. Ну, может быть, применить разгон здесь как-то. А, там есть он этот самый. Стена, ёпты, мать. Ёбана. Ох, это было. Че, как это было? Хреново, блядь, это было. Вот. Ага, там еще одна такая же хрень. Ой-ой-ой-ой. Меня ебошат. Ну, что-то. Ага, во. Получилось. Дошли. Это здесь выключатель. У меня пока жизни есть. Давайте нажмем. Черепушку надавили, хорошо. Открылся. Вот что это такое? Мы такого вот еще не видели, на самом деле. Какой-то хлебало. Секретные стычки. Секретные стычки, необязательные бои на время. Спрятанные по миру, ресурсы, потраченные в бою, не восстанавливаются. Если вам не хватило времени, вы можете повторить попытку. За каждую секретную стычку дает 1 очко оружейника. Ну, давайте попробуем. А что нет? А хули нет? Да? Ой. О, господи, боже мой. Блять, че с шипом? Так, ты, где этот кусок говна? Че это такое было, блядь? Вот тут что-то было. Секретная стычка завершена. Это что, блядь, это стычка по-вашему? Это какая-то хрень. Кокодемон просто взорвался, блядь. Ладно. Это что? О, отлично. Сейчас мы сделаем вот это. Демоны-носители, демоны-герои дольше горят. Давайте все в патроны пока что. Подожди, это что? Пока ваша броня на максимуме, подобранная броня будет перезаряжать кровавый удар. Вот это сейчас мы сделаем. Откроем. Потрошки. Есть потрошки. Боезапас увеличен. Кристалл мы нашли. Тяга к кристаллам. Очки претерианца есть. А подождите, а что у нас тут еще есть? Может, бронекостюм? Бронекостюм у нас с очков одно только. Претерианская броня. Арсенал. 3 очка, но 3 очка это мало, тут ничего с ним не сделаешь. Я хочу вот это вот еще улучшить. Сам наведение. Быстрое наведение. Скорость наведения на цель увеличена на 50%. А, это у нас есть. Перезарядка, вот это вот, 3 очка. А, так давай сделаем. Хопа. Быстрый сброс установлен. Теперь вы можете нанести ракетный залп на 2 цели. А как это сделать? Предпросмотр, мастер. А что надо нажимать-то?
Пропустить испытание. Да я не хочу пропускать испытание. Что делать-то, блядь? Ты такое меню тут, блядь, сложное порой. Хер разберешь. Вот в предыдущей части гораздо все удобнее было. Ракеты. Нахер ракеты. Пропустить испытание. Что за испытание-то? Как мне пройти-то к нему? Теперь вы можете убейте 15 рыщущих самонаводящимися ракетами. Ну, а я не хочу пропускать испытания. Поехали, как его сделать-то? А, нужны какие-то очки испытания, что ли? Ты посмотри, точно, блядь. А у меня ни одного нету. А мы такие видели? Что-то я не помню такого. Ну ладно. Хер с ним. Здесь что? Здесь какой-то проход есть. А здесь его... Кто бы мог подумать? А тут нет. А тут нет. Вот это что такое? Это какая-то кнопочка. А. Да. А как туда наверх залезть? Там, там, кстати, это самое. А что там такое? Там что-то есть хорошее? Слушай, там, наверное, какой-нибудь секретик. Ну-ка, дай-ка я туда пройду сейчас. Надо уцепиться за эту хренотень. А, подожди, а если мы вниз спустимся, там тоже наверняка что-нибудь будет. Да, там проход есть. Ну-ка, и что тут? Стоять, проход есть. А здесь? А здесь нет. Очень странно, блядь, как-то тут. Очень странно. Но оно как-то прям... А что здесь-то надо сделать? Что-то открыть? Херануть тут... А! Все ясно. Все ясно. Сейчас надо вниз пройти и там что-то нажать. Сколько, кстати, мне пулек дали? 22 пульки доступно до... Кто ты? Ага. Вот, лови-ка, тварь. Бух. Глазик. Отлично. Глазик есть. Не надо? Ее нельзя... А, тут три их. Подвинуть нельзя. Хорошо. Тут что? Вот эту хрень нам надо как-то открыть. Как-то раз... Ага, понял. Ёбаный рот, что-то я не то сделал, да? Что-то закрылось, погоди-ка. Ёбаные секретики, что? Сейчас надо понять принцип, что-то я не пойму никак. О, а это что такое? Отлично! Очки претерианца получено, есть. Как-то здесь надо по-особенному пройти. Так, смотрим. Эта херня выезжает. Нам надо запрыгнуть туда будет, да? Но зачем? Так, ладно. Уцепился какой-то хер. Ага, вот, теперь понятно для чего. А теперь вот туда, наверное. Нет, тут только броник. И проход. Начало! Началось! Ой-ой-ой, кто-то меня палит, блядь. Хорош нахуй. Так. Вот когда музыку-то погромче сделаешь, блядь, в ушах, блядь, так-то и вроде и неплохо все тут с музыкой-то. Микроракеты. Стоять. Дай мне здоровье-то маленько, тварь. Отлично. Все. Угу. Подобрали. Но мне этот самый. Вот он. Смотри-ка, блядь, висит нахуй. Отдыхает, нахуй. Ладно. Где, суки, мой дробовик двуствольный? Куда, твари, вы его дели? Мне туда? А здесь что?
Здесь закрыто ведь, правильно будет? Ну, естественно. И там тоже. Где дробовик, блядь? Двустволочка. Я иду к тебе. Нет, не иду. Пока что. Дробовик кончился? Кончился. Блядь, куда нахуй? Твою мать! Ёбаный рот. Смотрите. Ха-ха, я живой. Я даже не поранился, надо признать. Это что? Это кнопочка. Куда-то меня тут отсылают. Кто ты? Ракетный? Ракетный, да? А чё, что-то надо сделать? Нейросвязь установлена. Теперь вы управляете дроном Ревенантом. Он поможет вам забрать свое имущество. Ёбнур, так я ракетный! Я в ракетного переселился! Нихера себе! Прыжок, двойные ракеты, ракетный залп. Что это такое 2000, интересно, показывает? Здоровье, что ли? Реактивный ранец. Я могу летать? Подожди, игра за Ревенанта. Зажмите мышь 2, чтобы взлететь с помощью ракетного ранца. Нажмите левый shift, чтобы запустить форсаж, увернуться от атаки палача. Если у вас кончится топливо, эти способности будут недоступны, пока его запас не установится. А, бензин есть, значит. Нажмите мышь 1, чтобы запустить у врага сразу 2 ракеты. Нажмите А, чтобы выпустить ракетный залп. Это усиленная атака, которая требует короткой подготовки. Так, бензин, подожди, бензин. Блять, я в натуре лечу, нахуй. А где бензин-то кончается? А чё по мне стреляете? Я ж свой. В доску, блять. Ёб твою мать, нихуя ж себе. Вот это мощная штука-то, блять. Ракетный залп. Ебать, колотить, нахуй. Вот это... А, я не могу его бить-то, блядь, ты смотри-ка. Забирай души. Сейчас, подожди, надо привыкнуть, блядь, к нему. Вон, еще один такой. Брателла, блядь! Брателла... Так, какодемон. Хлебало, блядь. Разбросал он какодемон по всей земле. Блядь, это весело, нахуй. Смотри, смотри, его раздел, блядь. Прям кожу сняли с него. А ему хоть бы хны. Так, паучишка. Ревенанты, блядь. Братья, блядь. И сестры. Да ты что, сука. Паучишка, хорош. Так, я лечу. Ну, кстати, он вроде медленно опускается достаточно, да? Да я тут, блядь, войну в аду, блядь, сейчас устрою. Что это за хуйня? Двустволка. Так, двустволочка, да? А где у меня здоровье-то хоть есть? 1500, это мое здоровье? Да я неуязвимый. Патроны, я как понимаю, у меня бесконечные, правильно? Так, мужик, ты давай там нахуй оставайся. Я буду ревенантом играть. Всегда, блядь. Я взял двустволку. Можно что-то поменять как-то? Так, левый shift. Ага, левый шифт это форсаж. Подожди, сколько я летать могу? Ну подожди-ка. Давай, лечу. Нет, слушайте, летать можно ограниченное время. И прыгать можно. Один раз. Так, ну-ка, тут что? А, сюда не могу пойти. Нужно обратно дойти. Бляха, это просто охуенно. Ну-ка, подожди, сейчас тут схожу вот сюда вот. Тут что нас ждет вообще, в принципе? Он ж посмеивается. Ничего себе. Это что здесь такое?
Это круто. Это в натуре круто, блядь. Надо, наверное, возвращаться. Хорошего помаленьку. Я бы их и так, конечно, всех разбросал тут, как детей, но раз уж дали ревенанта. Надо брать. Я ему башку снесу. Вот это... А какая кнопка-то? Вот это пуха. Это он на какую кнопочку? Блин, на, на пятерку? А на уток? Не очень, конечно. Хорошо. А еще могу так? Нет. Так. Кто там? А как кнопка? Тут есть, интересно, предыдущего оружия. Это кулак. Это кулак. А как вот, блин, на, по-любому есть. Я не хочу же тут тыкать постоянно на кнопки-то, блядь, правильно? Тут что-то разбить надо, да? Тут на пятерку, блядь, хер попадешь. Ох, ебать. Ну-ка, давай попробуем. Так, пятерка, да? Пол хлебала нету, сука. Оно сдохло? Оно сдохло. Так, хорошо. Следующий. Что тут? Блядь, вы больно легкие. Вы слишком просты, чтобы на вас тратить такое оружие смертоносное. Тут, сука, не попал, блядь. Где еще один? Так, хорошо. Оба. Разделал просто. Там бронька? А, и здесь бронька. Надо, наверное, всех очистить тут. Все вот эти вот хреновые. Тут кто? Блять, эти щитовые. На, граната. Пиздануло, блять. Ох, красиво пошло. Хорошо пошло. Тут много этих саркофагов. А, нет, немного. Только два, что ли? Или это тоже открывается? Нет, это не открывается больше. Не открывается. Кто тут? Так, ты бесполезный, да? Подойти бы к тебе, конечно, но... Это опасно. Тут кто? О, паук, блядь. Паучишка, паучок. Лови-ка нахуй. Пиздануло красиво. Где? А кто ты? А! Ты вон кто? Так, сука, надо было его на новом попробовать. Дай-ка я так пиздануло. Хорош. Отлично. Патроны есть. Это есть, все есть. Следующий контейнер. Я так полагаю, вот в этом большом контейнере кто-то будет здоровый. А, там нет никого. Там лифт. Наверное. Следующий. Так. Так, 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 так. Улетел. Сука, вот это вот быстрая херня такая. Я не попал, что ли, по ней? Пошла вон, мандавошка. Отлично. Так. Пульки взяли. Хотя они нам и не нужны были. Но все равно возьмем. Следующий. Кто ты? Ага. Ты оставайся здесь. Я пока возьму обычный дробовик. Ёбаный рот. Хуяк. Сгорел на работе, блядь. Аптечка нам и не пригодилась даже. Ну, наверное, вниз. Так, спокуха. Внимание всему персоналу святилища. Уничтожить палача. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить. Жрец должен выжить, да? Бляха, тут эти... Да заебал, блядь. Ты чё какой в этот самый борзый, блядь? Ага. На, нахуй. А, они так и будут идти, что ли? Так и будут ползти.
Ну и тут рубит, блядь, правда. Так, есть. Броник, суки, стоять. Броник, суки, у меня... А, вон броник есть. Забрали чуть-чуть. Пожалуй, возьму вот это. Это что за херня? Мало боеприпасов. Блин, действительно мало боеприпасов-то у нас. Но есть аптечки, есть какая-то херня. Там пол-то есть, интересно? Может быть и есть, но далеко. Но далековато. Мне туда надо, да? Ага, а как я туда пройду? Не знаю. Как-то надо пройти. Блин, надпись «мало боеприпасов» меня раздражает. Есть одна открытая херня. Ладно, давай прыгаем сюда. Зацепились. Зацепочка. Туда, наверное, да? Бляха, ёпты мать. А я... У меня не зарядился эта хрень-то. Так, погоди. Сейчас она... Где она? Зарядится, блядь, хоть маленько. Мало боеприпасов. Да хер мне ваши боеприпасы. Я даже в эту не вляпался, блядь. Ты посмотри. Какая точность. Там что-то есть еще, по всей видимости. А как мне туда пройти, интересно знать? Вообще, давайте попробуем. Может, тут какая-то секретка, блядь. Сука! Я ебнулся куда-то. С самого начала, твою мать. Ладно, сейчас хотя бы знаем, как действовать. План Б. Ай, блядь, зацепилась. Зацепила слеганца. Ладно, я не пойду туда нахуй. Так, и чего? Ага, отлично. Берем. Берем эту здоровую шайбу. Люк канализационный. Так, бронекостюм. У нас сколько их? У нас их 4 аж. Что здесь? Жизнеобеспечение. Бочки появляются вновь. Взорные бочки вскоре появляются. Так, это нам неинтересно. На месте уничтоженных бочек остаются боеприпасы. Искатель предмет... Блин, тут карта. Да карта-то нахер нам. Осколочник, быстрая перезарядка гранат. Быстрее... Вот, да, слушай, можешь гранату сделать. Взрывное оглушение. Граната вызывает второй, более обширный взрыв, который не наносит урона, но дезориентирует демонов. Из демонов, убитых взрывом гранаты, выпадают кассетные гранаты. Подсумок для гранат позволяет стрелять дважды без перезарядки. А это уже 5 стоит. Вот быструю перезарядку, может быть, нам сделать. Гранат. Гранат — это штука-то полезная. Угу. У нас еще одно очко осталось. Ну, не знаю, может, сюда и куда захерачить. На карте... Я карту не смотрю никогда. Ускорение на... Так, ускорение на уступах и перекладинах. Прочный хват. Давайте, ладно. Сделаем это. Угу. Все. Пока что. Хорошо. Насколько быстро перезаряжаются гранаты, я не... Давайте посмотрим. Что-то, блядь, не... Не особо. Как было, вроде так есть. Ну ладно. Может, действительно побыстрее стало. Кто знает? Кто же знает это? Мне сюда, да? Ёбаный рот, зарядка кончилась. Да вы смеетесь, что ли? Хотите сказать, мне туда опять надо? Нет, не надо. Не надо. Наверх надо. Так. Там я взял. Мне сюда. Хорош. Здесь взяли, забрали. Тут что-то есть или нет? А, мне такие-то не нужны патроны, да? Или нужны? Я его не взял, что ли? Почему? Слушайте, 150, а было сколько? 120, пока мы не улучшили эту хрень. Все, прицепился. И что дальше? Ага.
Ёбана. Это что тут за твой... Ах, блин. А я выше могу? Слушай, там, по-моему, можно выше пролезть. А зачем? Там что-то есть, по-любому. Ёб твою мать, чуть, блядь, не упал, на. А это что там такое в середине? Ну это броня. Ну блин, ради брони спуска. Ну хотя давайте спустимся. Броня тоже нужна ведь, правильно? Я думал, тут какая-то секреточка будет. А там пульки, между прочим, лежат. Много. И от дробовика причем. И ракеты есть. Но ракеты нам не надо. А вот от дробовячих пулек я бы не отказался. Кто это, блядь? Ёпты, блядь. Ах, сука, попало. Ха-ха-ха, давай. Куда ты, на голову? Эх ты, нихер, что там кидается? А. Твари, блядь, что пизданет током. А, тварь, блядь, так, хорош. Забрал. И поднимаемся еще выше. Отлично. Ну да, выше маленько еще. Во. Зацепились. И сюда, наверное, правильно? А, здесь он какое-то очко есть. А я не могу разбить эту херь, не? Не могу. Может, какая-то секреточка тут есть? Которую я просто не вижу. Или нет? Нет, походу. Здорово. Блядский рот. Сука. Там жизня, кстати, есть. А здесь броник есть. Вот сюда-то я могу залезть. Ты глянь, вон там трещина. Тут есть трещина. Ну-ка, пиздых. Испытание. Давай-ка. Замутим испытание. Где? Эх, нихуя себе, блядь. Блядский рот. Меня убили, что ли? Нет еще? Один хп, блядь. Я прошел испытание. Нет. Секретная стычка. Что, блядь? Проиграно? Как проиграно? Не может быть. Сука. Проиграно? Нет, не проиграно, наверное, да? А, вот, а, там по времени идет, все понятно. Есть, очко мы получили. Ну, я столько боеприпасов потратил, просто ужасно. А, есть потрошки. Есть потрошки, что тут надо делать? Надо, оно внизу открывается. Блять, там стекло, что ли, было, почка? Сука. Почему? Я надеюсь, тут не надо... Нет, не надо больше проходить испытания. Вон там внизу у нас открывается, да? Господи, блять, пиздос. Так, 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 вот с этой стороны. Все, взяли жизнью. Я потратил эту жизнью как раз. Твою мать. На этом испытании гребаном. Ну ладно, ничего страшного. Блять, это говно еще тут наш. Так, смог узнать.
Спокойно, спокойно. Где еще одно? Ага. Ну-ка, вылезай, хлебала. Ага. Сдохла. Отлично. Вот это уже похоже на ад. Там что-то есть наверху. 100%. А мне куда надо идти-то? Мне и надо наверх. Пульки есть. Отлично. Блять, это сука, забыл про нее. Тут плазма. Стоять, тут надо наверх. Попробовать пройти. Это что такое? Это тут трещина, разрыв какой-то, разлом. Ну-ка. Вопросик. Хопа! На один альбом, Doom 2. Неплохо. Это типа музыка? Из второго Дума? Итак. Найден секрет. А что за секрет-то? Что дают-то за них? Как мне вот это говно пробить? Что-то вот с этой связано? А, там у нас есть какое-то помещение, что ли? Нету тут нихера. А как мне пройти наверх? Надо ведь туда идти-то. Это что за знак? Ну, я сомневаюсь, что вот здесь надо это... Здесь проходить. Не-не, я тут не пройду. А, есть тут какой-то он... Потолок. Но 100% связано что-то вот с этой хуйней, с коробкой. Как мне пиздануть? Не знаю. Давайте подумаем. Там улица, там свежо. А как мне туда пройти-то, блядь? Опять какой-то затуп у нас тут. Да, о! Твою мать, говна кусок. Давай, следующее. Следующее. Вылезай, сука, не хочет. Так, есть. И? А если я вот так вот... Ну все правильно, это у нас лифт. Хорош. Блять, не с этого не пизданул я. Так, ракеты, ракеты, ракеты. Дай мне свое тело, блять, тварь. Так, отлично. Боеприпасики собрали. Это что за колба такая? Мини-ракеты, блять. Так, давай туда же отправляем. Есть наш контакт. Мини-ракеты. Отлично. Гладик отдай, сука. Мини-ракеты, блять. Изданула ракетами. Хорош. Дробовик. Дробовик есть. Кстати, двойной есть. Ага. Двойной есть дробовик. Сейчас, секунду. Блять, не то. Не... Ёпты, мать, куда это я? Не то нажал. Чё ты, блядь, я по полу как-то стреляю? Что за хуйня? Дай-ка сюда мне патронов хоть дай, тварь. Угу. Эту херню надо пробить как-то? Нет? Так, мужик. Угу. Очки оружейника полу... А, нет, смотри-ка, это надо что-то тут... С колбой тут, да, что-то появляется? Надо открыть ворота. Стоять. Что-то тут надо сделать очень быстро. Погоди-ка, но тут есть очень много секреток каких-то, я так понимаю. Во-первых, аптечка. Во-вторых, вон там что-то есть. Это 100%. Где это я? Так, не знаю. Но я куда-то залетел. Это залет, блядь.
Опять ты. Мы такого видели. Что-то надо ему сделать? В зубы, блядь, прописать. А. Так, ну-ка, и что будет? Одна жизнь, а хорош. Вообще красиво. Все? Типа ради жизни. Ага, здесь эта херня поднялась. Отлично просто. Ну и все, видали, блядь, секретик нашли. Патроны тоже нашли. Туда вниз, наверное, можно пройти, да? Нет, нельзя. Можно, но один раз. Сейчас надо разобраться, что вот с этим лазером делать. Пока что непонятно. Плазма. Плазму забрали. Патроны забрали. Что-то... А, все, я понял. Патроны еще раз забрали. Патроны-то появляются, оказывается, блин. Так, и больше тут по этой штуке надо. Блять, не с этой стороны. Ай! Во! Тройной удар. На три она там... Ну что, ты еще не устал, палач? Ничего, мы сломим твою волю. Как, блядь, слушай. До сих пор не сломили, а тут прям раз и сломите. Ничего себе. Ну давайте на сегодня и закончим тогда, что ли. Контрольные точки мы достигли. Серия подходит к своему завершению. Значит, хорош. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.